История застройки зеленой зоны в военном городке получила продолжение. Жители дома 28 по улице Белякова в четвертый раз пригласили на встречу чиновников и представителей фирмы-застройщика, чтобы разобраться в ситуации. Напомним, что ранее на придомовой территории началась вырубка зеленых насаждений с целью очистить площадь для строительства 2 10-этажных домов. Активисты серьезно подготовились. Они приготовили документы для жильцов, которые еще не знали про запланированное строительство. По их словам, рязанские власти не собираются останавливаться на застройке поляны возле дома 28 и части парка двумя высотками, а готовят под застройку почти всю территорию авиагородка. Если вы посмотрите, здесь представлен наш аэродром Дягилево и территория, где находится воинская часть, и территория, где мы живем, где находятся наши жилые дома. Оказывается, в городе уже давно распределили, что аэродром будет коммерческого назначения. Но и на эту встречу представители администрации города не явились. На собрании был начальник отдела по работе с населением префектуры Московского района Валерий Бодров. По его словам, никто из высокопоставленных чиновников не смог прийти на встречу с жителями из-за рабочего визита секретаря по безопасности РФ Николая Патрушева. Ранее активисты встречались с руководителем фракции КПРФ Рязанской области Петром Пыленком. Однако решение проблемы так и не нашлось. Каждая сторона осталась при своем мнении. А между тем, недовольство жильцов растет с каждым днем и до сих пор остается неизвестным, когда же состоится встреча жителей военного городка и администрации города.